в нулевых годах была популярная русскоязычная версия мюзикла «Нотр-Дам де Пари», «Собор Парижской Богоматери», песни, которые звучали и на телевидении, и на радио, на разных дисконосителях. Самая популярная из них это была песня «Я душу дьяволу продам за ночь с тобой», в которой есть такие слова: «Рай обещают рай твои объятия, дай мне надежду, о мое проклятие. Знай, греховных мыслей мне сладка слепая власть, безумец прежде, я не знал, что значит страсть». Автор этого произведения – известный театральный режиссер, моя приятельница Сусанна Цирюк. И хочу заметить, что это ее творчество удачно леглось на не только персонаж популярного мюзикла, но и к тому мюзиклу, который играют в Азербайджане и называется «Гражданская платформа мира между Арменией и Азербайджаном». На первый взгляд может показаться, что это сборище пацифистов, ищущих пути выхода из затянувшегося армяно-азербайджанского конфликта. Если бы так было, то я бы один из первых вступил на такую платформу. Однако все далеко не так, и только люди с полным отсутствием происходящего клюют на эту наживку. Либо те, кому есть где подработать. Тут две категории. Одни ничего с этого не получают, искренне доверяя платформе. Ну, разве что бесплатный билет, питание и проживание в дни заседаний. А другие отмывают довольно неплохие деньги. Как правило, это совет экспертов, так называемых. На первый взгляд все очень просто. Казалось бы. Что мы видим в учредительном документе? Платформа мира, созданная в декабре 2016 года, является инициативой граждан Армении и Азербайджана, представляющих их гражданские институты, которые хотят внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта. Это является голосом простых армян и азербайджанцев, которые обреченные жить в разрушениях и кровавых последствиях войны, античеловеческой сущности войны и его разрушительными кровавыми ужасами, понимающие, что нет другой альтернативы, кроме мира. Согласитесь, ничего лучше не придумать. Все хотят жить в мире и согласии. Почему бы не клюнуть? И были такие армяне, хребтоголовые, как я их называю, проглотившие эту наживку, клюнувшие. Правда, таковых оказалось считанное количество. Громко было сказано, что якобы граждане Армении. Во всяком случае, кроме одной гражданки Армении, клюнувшей, я других не знаю. Ну, например, Сюзан Джигинян. Она действительно гражданка Армении, журналист, перебравшаяся в Азербайджан и доросшая там до сопредседателя Центрально-контрольно-ревизионной комиссии этой самой организации, не в правительстве Азербайджана, нет, конечно. Имеется и некий россиянин Эрик Хачатуров, это тоже не гражданин Армении, естественно, он гражданин России. И самое любопытное, что он представлен в Азербайджане историком-исследователем из Санкт-Петербурга. Но на самом деле он пекарь из Ставропольщины. Есть еще 2-3 сомнительные личности армянской национальности. Пенсионерка из России Оксана Алтунян. Публицист из Швеции Артур Агаджанов, представленный тоже историком-исследователем. И домохозяйка из России Ирина Берчиян. Некий еще там какой-то полковник в отставке Эдуард Багирян, тоже из России. Как видим, все они из социальных разных слоев, но объединяет всех одно. Кроме пекаря Хачатурова, все активисты – нетрудоустроенные граждане, имеющие время, но не имеющие средств. Я бы сюда добавил и мозгов. Если простит мне некоторую вольность зритель.
Ровно так же, как нет мозгов у организаторов платформы мира, исходя из списка представителей этой миротворческой организации с азербайджанской стороны, среди которых давно знакомые нашим зрителям антитопора фальсификаторы Ризван Гусейнов, Кямиль Салимов, Умут Мирзаев, с чьими антиармянскими орами можно ознакомиться на нашем канале в YouTube, и чьи идеи заключаются не только в карабахской реконкисте, но и завоевании Еревана. Лично мне, как психологу, страсть как хочется аудиенции с Хачатуровыми и компанией, чтобы понять, что творится у них в голове, чтобы довериться тем, кто их же историческую родину, их же родной народ и их же самих стереть с лица земли. Есть в списке членов платформы и международные эксперты, один из которых российский журналист, долгое время пытающийся стравить юг России против армян, это Евгений Михайлов из Таганрога. Правда, в Азербайджане эта личность представлена, внимание, политологом, международным экспертом. Кроме того, напомним, что Михайлов, прежде чем стать корреспондентом газеты «Южный федеральный», где он изливал свои больные фантазии в отношении армян Юга России, долгое время являлся другим активистом, противоположным от платформы мира, русского национального единства. Заставшим бурные 90-е и начало нулевых, известно, что РНЕ отличалась своими нацистскими взглядами, а их символикой являлась свастика. Видимо, азербайджанские спецслужбы не брезгуют никакими людьми, лишь бы антиармянски использовать их. Не учли эти самые спецслужбы одного – имиджем. Нельзя предлагать мир, используя людей с плохой репутацией в качестве посредников. Другое дело, что я удивляюсь с армян, которые клюют на это все. Нет бы, прежде чем ознакомиться с уставом этой организации «Платформы мира», хотя бы посмотреть, кто учредители, фамилии, в конце концов погуглить. Сейчас есть интернет, и это легко сделать. Пишите в окошко Гугла «Ризван Гусейнов», и вы посмотрите, сколько всякого дерьма, извиняюсь за выражение, этот Ризван излил за последние 10 лет, прежде чем стать одним из учредителей платформы мира между Арменией и Азербайджаном. Да по тому же Евгению Михайлову. Погуглите, напишите «Евгений Михайлов, армяне», и увидите, что этот недоумок пишет об армянах Юга России. И эти люди пытаются, значит, помирить два народа. Я думаю, что спецслужбам Азербайджана все-таки мозгов нужно побольше для спецслужб. Мы находимся в Лос-Анджелесе на улице Арцах. Здесь в Лос-Анджелесе точной статистики нет, сколько именно бакинских армян проживает. Но с одной из них я встретился, и что она думает о платформе мира, расскажет сама. Ирина, а вы давно оказались в Соединенных Штатах и где вы родились? Ну, начнем с того, что я родилась в городе Баку в 1977 мирном году. Мы уехали оттуда в 88 году, когда начались события. А в Соединенных Штатах я с 2000 года. То есть после этих событий вы переехали в Штаты? Мы после этих событий в 88 году армянских беженцев официально принимала только армянская СССР. И мы переехали в Армению. И где-то года три мы жили в Армении. Потом мы переехали на юг России, Северный Кавказ, город Ставрополь. Сейчас моя семья проживает там, и большинство моих родственников тоже. В Азербайджане придумали новую такую фишку, называется «Платформа мира». Я знакома с этим, да. Знакома, да. Вот как вы относитесь вот к этой платформе мира и к людям, которые присоединились к этой платформе? Может, вы бы хотели бы присоединиться к этой платформе мира? Кстати, там есть несколько человек именно из бакинских армян. Вы знаете, я считаю, что если бы некоторые армяне знали историю нашего народа лучше, чем они знают, они бы никакой платформе мира не присоединялись. Потому что эта платформа мира, насколько я понимаю, не больше, чем фальсификация. Целью которой служит просто затащить туда армян,
Это самая настоящая провокация со стороны азербайджанских спецслужб. Я по-другому назвать это не могу. Какая может быть платформа мира между людьми, которые предками которые были алтайские кочевники, которые живут на наших землях, претендуют на весь север Ирана, претендуют на пол Грузии, претендуют на всю Армению, живут на территории лезгинских закатал и талышской мугани и считают себя автохтонными народами. О какой платформе мира вообще идет речь? Какой историк, который изучает историю независимого источника, уважающий себя человек, а не нефтегазового источника товарища Алиева, будет утверждать и что-то говорить мне, образованной женщине, про платформу мира? О каком мире идет речь, когда они отрезают головы нашим солдатам? О каком мире может идти речь, если город Баку – это город трех армянских погромов? Я помню, как мне мой дед рассказывал, который похоронен был на армянском кладбище в Баку, кладбище которого нету. Сейчас там шоссе, там не знаю, что они там построили. Моя прабабушка сняла все свои вот эти армянские монетки, пояс, отдала турецкому солдату, когда была резня в Баку в 18 году, чтобы турецкий солдат, который бил прикладом, деревянным прикладом по голове моего прадеда, чтобы он сохранил ему жизнь. И как пару сестер, несколько из детей семьи умерло от разрыва сердца, потому что они видели турецкие зверства. О какой платформе мира может идти речь с этими людьми? Это самые настоящие алтайские кочевники, которые пришли с этих тюркских земель много лет тому назад и осели на наших землях. И теперь они что-то говорят про мир, когда они бьют нас ножом в спину. Ну, а по поводу вот тех армян, которые все-таки присоединились к этой платформе мира, что вы о них можете сказать, что их заставило присоединиться? Во-первых, что их заставило? Первое, это элементарное отсутствие полных знаний об истории нашего народа. Если бы они знали историю нашего народа лучше, они бы такими глупостями не присоединялись. И пару слов я хочу сказать об бакинских армянах, которые скучают по городу Баку. Я лично вам физиономии плюну за эти позорные слова. Вы скучаете почему? Вы знаете, почему вы скучаете? Вы скучаете по своей молодости, вы скучаете по советское, вот, советское мирное время. Все люди скучают по советскому мирному времени. Вы скучаете того, потому что поколения, которое заставили. Совершенно верно. Это был мир. Это была конституция, все имели право на работу, право на мирную жизнь. Теперь почему вы скучаете? Если вы приезжаете в родной город, первое, что вы делаете, вы идете на могилу своих предков. У нас нету могилы наших предков. Все армянское кладбище снесено. Вы приедете в Баку, куда вы пойдете? По каким местам вы пойдете? По каким местам вы скучаете? Объясните мне, пожалуйста. Наверное, по дворам своим, по соседям, скорее всего. Они скучают по своей молодости, Вадим. Они скучают по мирному советскому времени. Это заблуждение. Это вот такой тип людей, которые любят жить в прошлом. Которые скучают по советскому, ностальгии, по Советскому Союзу. А много в США вот таких вот бакинских армян, которые скучают? Вы знаете... Ну, по крайней мере, я не встретил. По-моему, здесь можно говорить, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вы знаете, это очень удобно скучать по Баку, когда сидишь в Лос-Анджелесе на удобном диване и смотришь какой-нибудь HBO Channel. Они скучают по Баку. Да, они мне... Я пару армян встретила бакинских, которые скучают по Баку. Я таких позорников здесь иногда встречаю. И я им говорю, меняйте мало фамилию. Таких. Очень мало, их и 2,5 человека. Я говорю, меняйте свою фамилию, возвращайте свой город Баку и скучайте там дальше. Не позорьте нашу нацию. Не позорьте. Причина, по которой вы живы, потому что вам удалось сбежать. Потому что вы не знаете, что было с Лолой Абакян, что было с Ириной Мелкумян, с всей семьей Мелкумян в Сумгаите. А моя тетка знает, она в Сумгаите жила. Я считаю, что это просто обывательские разговоры людей, которые, приехав в Америку, ничего не добились, и все, что им остается, это скучать по своей советской комсомольской молодости. Не обязательно по Баку, а вообще о прошлом. Совершенно верно. Ирина, еще такой вопрос. Ну, известно, что вот именно в Калифорнии, именно в Лос-Анджелесе очень такая большая армянская община, да? Которые известны своими корнями, глубокими корнями. Это чисто армянские есть районы, тут и Глендейл, Литл Армения, да, еще там какие-то, Барбанк, да, как правильно? Бурбанк, да. И такой вопрос. Я слышал, что есть и азербайджанские мигранты, ну, новоприбывшие, да, которые, в принципе, здесь с армянами никаких проблем не знают. И даже дружат. Вот в чем здесь причина этой дружбы? Вы знаете, они, наверное, дружат с армянами, которые скучают по Баку. Я встретила тут парочку азербайджанцев. Они прекрасно вписываются в местное общество. Они уже, скажем так, почти американизировались. Чихать они хотели на карабахский вопрос.
Когда идет об этом речь, они немножко скукоживаются, съеживаются, потому что они прекрасно понимают, что их нефтегазовый безимбирский источник ничего не стоит. Они, наверное, уже полистали интернет. Ну и понимают, наверное, где они находятся. Все-таки Лос-Армениус почти. Мне да? тут один Фуат или Рауф, как его там зовут, какой-то безимбирский чушонок, пытался мне втирать про древнюю Албанию. Я его очень быстро успокоила. Он присел на задницу моментально свою, на свой кюрдючный зад. Я говорю, ты свой бизиндырь будешь рассказывать на Абшеромском полуострове. Здесь живут другие люди, здесь другой уровень образования. Здесь открытый источник информации на интернете. Греко-римские источники, независимые источники. Ты не будешь мне рассказывать историю моего народа, потому что ты потомок алтайских кочевников. Вот дуй на Алтай, пока китайцы его не прибрали. И моментально, мне это неинтересно, я интернациональный парень, дружба народов, Баку-Баку-Шмаку, доля воровская. Я говорю, все, мы закончили. Доля воровская будет где-нибудь в русском ресторане, где собираются бакинские армяне, скучающие по Баку. Вот туда и иди. Их тут 2,5 человека. Еще в азербайджанской печати как-то попала мне такая информация, что якобы мэр Сан-Диего объявил 31 декабря, что ли? Да, я слышал. 31 декабря годом международной солидарности всех азербайджанцев. Пускай мне покажут одного азербайджанца в Сан-Диего. Там огромная иранская община. Эти те иранцы, которые уехали после того, как Шах Реза был низложен в 1977 году во время Исламской революции в Иране. Покажите мне одного вашего нефтегазового гагаша. Где? Где? О какой солидарности? Я зашла на личный сайт мэра Сан-Диего. Там такой информации нету. Эта информация была только на азербайджанских сайтах. И еще был один такой, как американцы говорят, фони, такой, значит, чизи, фиши смейл. Азербайджанский англоязычный сайт, который сами, наверное, азербайджанцы на английском языке написали. И все, это только их источник информации. Это только их источники про их древнюю культуру, про их древнюю нацию, о том, что это их ковры, это их долма, это их кочари. Это только азербайджанские источники. Я хочу обратиться к азербайджанцам. Я лично против вас ничего не имею. Мне все равно, живы вы на этом свете или нет. Но вы очень сильно портите кровь моему народу. Я хочу сказать вам следующее. Если вы уважаете себя чисто по-человечески, прежде чем как открывать свой нефтегазовый, свой мугамный рот, посмотрите на независимые источники информации, кто вы такие, кто ваши предки, откуда вы пришли. За 2000 лет человеческой цивилизации люди не выяснили, кто откуда вышел. Вы будете рассказывать мне историю моего народа, еще позориться здесь, в Америке. Разговор на эту тему закрыт. Никто не будет мне доказывать, что армяне – это цыгане из Индии. Это вы алтайские цыгане. И причем что-то говорить про мой народ, вы запомните, что если бы не было Советского Союза, не было, вы не вошли бы в состав Советского Союза, вас бы ждала судьба курдского народа. Если бы Азербайджан был бы в составе Турции, никакого Азербайджана на карте не было. Это все была бы сплошная Турция. Вот и все. Вы об этом помните, когда вы орете, мы должны были в 23-м году войти в состав Турции. Никакого Азербайджана не было. Это все было бы тюрки. Все. Очень молча и просто. Без всяких проблем. Они, наверное, об этом могли бы только и мечтать. Обязательно. Конечно. Я поднимаю этот бокал красного калифорнийского вина за наш армянский народ. Я рада тем изменениям, которые за последнее время произошли в Армении. Я хочу пожелать всем нам, армянам, в 2019 году крепче держаться в седле. Конечно, это год свиньи, и нам будут поставлять свиньи не только в год свиньи, и в разные года тоже. Но прежде всего мы должны знать, что сила народа в единении. Не поставляйте друг друга. Не надо делить нас на бакинских, армянских и ереванских армян. Мы просто армяне. Мы были армянами 6 тысяч лет тому назад, чтобы не говорили наши азербайджанские соседи. И мы армянами остаемся сейчас. У нас не поменялся ни язык, ни алфавит. Люди, которые поменяли алфавит 3 раза, не имеют права нам об этом ничего говорить. 4 раза. Да. Спасибо за correction. Я поднимаю этот бокал за здоровье и процветание армянской нации. Сила нации в единении. Давайте забудем все распри, все наши политические разные взгляды и будем помнить, что мы армяне. И всегда помогать друг другу, всегда помнить об этом. Ваше здоровье. До следующей встречи. До свидания.